Для первой половины 2018 года был характерен рост. Во втором полугодии стало очевидно снижение инвестиционной активности, связанное с завершением в стране крупных проектов. Реализация проекта К5 имеет стратегическое значение не только для республики, но и для развития всего машиностроительной отрасли России. Мы содействуем положительным изменениям, которые происходят на предприятии, и активно поддерживаем развитие лидера российского грузового флота. За большой вклад в развитие отечественного машиностроения и многолетнюю плодотворность. Всем КАМАЗовцам искреннюю благодарность за добросовестный труд. Пожелать счастья и благополучия вам и вашим семьям. КАМАЗ – это в первую очередь.